Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео о косметических пустых баночках. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. По традиции будет не только косметика, но немножко бытовой химии. Самую малость. Вот. Вообще баночек будет не так много, но я просто хочу снять видео, выложить и от баночек уже как бы избавиться. Чтобы и дома не было хлама, сами понимаете. Ну и видео на канале тоже было. В общем, первое, что хочу показать, это Адриэль. Чистящее средство эффективно удаляет сильные загрязнения. 850 миллилитров. Я с этим средством познакомилась в Питере. Там дома убирала все. Мне понравилось. Ну и, в принципе, я взяла. Но, правда, знаете, чего я поняла? Вот, например, средство от Faberlic для духовок и плит. Я, например, от него в полном восторге. А есть, например, девочки, которые говорят, что оно им не подходит. И при этом я не могу не верить этим девочкам. То есть я сама как бы говорю правду, что оно мне подходит. Но в тот же момент я четко понимаю, что и те девочки не врут, потому что мы общаемся, дружим, и как бы, ну, я знаю, что они не врут. Я сначала списывала это, знаете, на такой момент, что многие девочки живут в очень холодных регионах, и, видимо, может быть, когда везут, продукт перемораживается, потому что многие даже жалуются, что тот же Avon Faberlic приходит вот замерзший, что они там вообще ничего не трепыхается. Вот. И такое, кстати, имеет место быть. Но вот, например, с этим средством тут очень интересно получилось, что оно в Питере работает идеально и не очень хорошо работает в Москве. Я не могу сказать, что оно работает плохо, не работает совсем, но оно работает хуже. И при этом, чтобы вы понимали, здесь в Москве я убираюсь постоянно, регулярно, у меня нет ничего запущенного. А, например, в Питере, ну, как бы, моя женская рука бывает не каждый день там. И, например, тот же чайник чистится только в мой приезд. А при этом там есть такая манера, что поставил чайник, он может кипеть и кипеть. Вот. А я этим средством не только плиту, чайник мыла, я им мыла раковину. Если что-то на посуде жира, мне не хотелось там, ну, допустим, все кидать в посудомойку. Я мыла сама и этим средством, я помыла туалет, ванную, раковину, помыла все. И вот вы понимаете, какая штука? Все идеально отмылось. А загрязнения там были давнишние. А у меня здесь, казалось бы, чайник, который я мою раз в несколько дней, отмывался, но отмывался не идеально и со сложностями. Вот. Кастрюльки там тоже отмывались, но со сложностями. Поэтому, знаете, я что поняла? Я думаю, что не только дело в том, что где-то что-то может быть переморожено, еще дело зависит от воды. Где-то вода, как в Питере, более мягкая. Возможно, и загрязнения немножко не такие. У нас вода более жесткая, хотя я знаю, что бывают регионы, где совсем вода плохая. В Москве, слава богу, не так, но вода более жесткая, чем в Питере. Вот, может быть, еще от этого зависит, но это я просто к чему говорю, что если я что-то хвалю, вы все-таки применяете, где живете вы, откуда везут эти продукты, значит, ну, собственно, изготовитель Санкт-Петербург, вот. Ну и продается данный продукт, он, правда, и в Ашане продается, и везде, еще в Улыбке Радуги есть.
Короче, имейте вот в виду при выборе средств, откуда везут, какая у вас вода, и когда вы смотрите блогера, да, вот тоже имейте в виду, откуда этот блогер, какая там вода, чтобы как-то понять, подойдет вам продукт или нет. Потому что у меня точно так же, я говорю, что бывают девочки, которым я очень верю, которые не врут, с которыми постоянно общаемся, что-то советуют, а мне не подходит, а им не подходит то, что я советую. Вот. Ладненько, давайте дальше продолжим. Ну, как всегда, конечно же. Средство от Faberlic, краска для волос 7.4, рыженькая, ну, цвет называется блондин медный интенсивный. Ну, в общем, эту краску, что о ней долго говорить, я ее люблю, хвалю, буду пользоваться. Она классная, хорошая, мне подходит. С волос сползает равномерно, соответственно, волосам не вредит. Но я знаю, что есть оттенки, на которые жалуются. Так что тоже имейте в виду, смотрите отзывы еще других девочек, ну и как-то сами уже. Потому что, да, и от оттенка зависит, потому что, ну, соответственно, разные компоненты добавлены. Как-то так. Вот такая маска. Мне ее дарила Оксана. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Оксан, привет тебе, огромное спасибо за такой подарок. Я люблю все с ромашкой. Оксана это знает, поэтому в посылочку вложила маску. Она мне безумно понравилась. Просто безумно. Здесь заявлено, что маска с ледниковой водой, ромашка и жасмин. Восстанавливающая маска успокаивает кожу, улучшает цвет лица, помогает снять отечность, так далее, так далее. Вы знаете, да, все, что заявлено, это правда. Я ее подержала, как здесь сказано, минут 20-30. Я только единственное не помню, я ее делала перед поездкой или после поездки. Но у меня были сильные отеки, мне нужно было привести лицо в порядок. А отеки у меня реально были. Нет, я не скажу, что какие-то уж прям как бывают прямо у людей, но нездоровый вид у меня был, мягко говоря. И я нанесла эту маску, походила с ней 20-30 минут, по-моему, 30. Я ее сняла. Во-первых, у меня был холодок на коже. Во-вторых, да, у меня там пес спит, и это самое, всякий шум. Вот. Сейчас, так, что-то у меня мысли разбегаются. Тон кожи выровнялся действительно. Отеки ушли. В общем, лицо стало выглядеть значительно лучше. Да, и, по-моему, я еще приехала, кажется. Мне, в общем, остатками допользовалась. В общем, хорошая маска. Я, наверное, сама ее при случае повторю и могу вам посоветовать. Потому что холодок на коже сохранялся, ну, где-то около часа. И лицо реально выглядело нормально, хорошо, как бы здоровый был вид. Я извиняюсь, что у меня мысли разбегаются, потому что тут что-то пес шумело, у нас лифт меняют, в общем, все дела. Дальше закончился у меня крем для тела от марки «Каждый день» с пудровым запахом. Ну, запах, он, знаете, воспринимается от температуры в комнате, от вообще самочувствие, от давления, от всего. Действительно, иногда бывает запах пудровый, иногда просто какой-то такой, ну, приятный аромат. Иногда яблочком пахнет, не знаю. Сам по себе крем классный, подходит лично для меня на любое время года. Он хорошо увлажняет кожу. Можно использовать даже в жаркую погоду, потому что кожа его впитывает, просто съедает, я бы сказала, моментально. Она, ну, как бы получает должный уход, но при этом даже в самую жаркую погоду у вас нет ощущения, что крем у вас вот на коже нет вот этой липкости, нет какой-то вот, ну, неприятного ничего. А летом, как вы знаете, в жару тоже нужно кожу как-то увлажнять и тому подобное.
ухаживает за ней, потому что, ну, если очень жарко, то даже вот у меня не повышенное потоотделение, слава богу, но даже мне становится жарко. Ну и, соответственно, кожа, как вы понимаете, требует дополнительного ухода. Могу посоветовать. А уж в свете того, что сейчас все дорожает, возможно, этот продукт подорожает тоже, он все равно будет стоить дешевле, чем другие средства. Единственное, что сейчас он в тюбике, качество в тюбике я не знаю. Значит, объем 150 миллилитров. Здесь есть... Так. Хотя вот знаете что, я сейчас читаю состав. Были какие-то, мне кажется, не очень прикольные составляющие, а сейчас состав совсем вроде как другой. Не знаю. Ну, короче, состав точно не хуже, чем Avon, Faberlic и тому подобное. От той же самой марки закончился крем для ног с чистотелом в объеме 50 мл. Тоже стоит супер бюджетно. И крем потрясающий. Это не только мое мнение. Возможно, для каких-то мега-супер убитых ног он и не подойдет. Но для тех, у кого ноги или в порядке, или, ну, как бы требуют ухода, заботы дополнительные, есть какие-то небольшие проблемки. Да вообще, короче, хороший крем. Тем более за свои деньги. Советую, попробуйте, у кого есть Ашан. Думаю, что вы не пожалеете. От рецептов бабушки Агафьи ледяной гель для кожи вокруг глаз, от мешков и темных кругов под глазами для всех типов кожи 40 миллилитров, значит, объем. Что хочу сказать? Ну, для меня вообще, для у меня как бы 38, ну, скоро будет 39. Вот. Честно говоря, для моего возраста он слабоват. Я думаю, что в чистом виде он будет работать, даже вот если из холодильника, все такое, ну, совсем на молоденьких девочках, чисто так, ну, немножко там увлажнить, может быть, как-то найти какую-то легкую там отечность снять, ну и там, не знаю. А для меня слабоват. Но я уже говорила, что все вот эти вот недорогие средства для кожи вокруг глаз я стала использовать как сыворотку, потому что перед тем, как использовать крем для лица, мы с вами тоже используем, как правило, сыворотку какую-то или тонер, а иногда и тонер, и сыворотку, и тоник, короче, многоступенчатый уход. Так почему мы не делаем то же самое для глаз? Поэтому я сначала наношу, ну и не выбрасывать же данный продукт, я его наносила на нужную область, а потом уже наносила более сильное средство. Таким образом использовала. Вот. Дальше. Ну вот от этой краски у меня крем-уход после окрашивания, защита от вымывания цвета. Я не знаю насчет защиты от вымывания, а сам бальзам очень хороший. Волосы блестят, хорошо расчесываются, хорошо выглядят. И я знаю, очень многим, в общем-то, нравится. Дальше у меня мешки для мусора от марки «Каждый день». 10 литров 20 штук, стоят 8 с копейками. Мне нравится. Потому что вот, во-первых, очистки, чистишь что-то туда, стоят копейки эти мешки. Очистки положишь, завяжешь и в общий пакет. Другой мусор примерно так же. Ну а потом я беру этот большой пакет какой-нибудь из пятерочки и тащу в мусоропровод. Все выкидываю, пакет остался. Ну, в основном оставляю, ну, только если уж что-то там не приключится, такое не вытечет ничего вдруг. Но мешки вполне себе. Они как бы, если набить больше положенного, тем более они маленькие, они могут разорваться. Но какого-то глобального брака еще что-то мне не попадалось. Пакеты для завтрака 100 штук. Я иногда, знаете, к чему рука потянется? Могу 100 штук, могу 50 взять. Тоже. Бракованные крайне редко попадаются, несколько штук. В основном хорошие, удобные. Мне нравится, что у них объемное такое донышко. Хотя иногда это объемное донышко может и злую шутку сыграть.
ну, допустим, если я кладу куриную грудку, да, туда, если вот как-то так складки как-то так попадут в эту куриную грудку, то нужно уже ждать, когда разморозится, либо под горячую воду. Но вообще пакет объемный, это во многом плюс. Так что могу посоветовать. Дальше губки кухонные отбила, крупнопористые. Хорошие были губки, да, мне понравились, с удовольствием пользовалась, могу посоветовать. Но у нас вместо била открылась лента, но не все магазины позакрывались, поэтому вот. Так, ну и вроде как последнее, что у меня осталось, это из фикс-прайс вот такие ногти накладные. Их можно использовать вот, чтоб совсем уже, если вы боитесь за ногтевую пластину, именно они самоклеющиеся, можно наклейку снять, использовать клей, как я это делаю. Нормальные ногти, но мне единственное кажется, что сейчас они стали использовать какой-то пластик, который, во-первых, липучки стали похуже, и пластик у них такой, при котором с клеем он не всегда идеально дружит. Но сами по себе ногти хорошие, выглядят естественно, они качественные, там ими не поцарапаешься ничего. Поэтому в любом случае могу посоветовать. Ну что ж, это все были пустышки. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Если не сложно, поддержите меня в Дзене. Еще будет ссылка на Рутуб. Но я остаюсь на Ютуб. На Ютубе я снимаю все штатно. ВКонтакте у меня есть на стене такая пометочка, которую очень советую почитать и буду благодарна, если примете к сведению. Я желаю вам здоровья, хорошего настроения, насколько это возможно. Будьте добрее друг другу. Вот. Потому что сейчас самое важное, что мы можем с вами сделать, это быть друг другу добрее, не сеять зло, не кидаться друг на друга, максимально поддерживать друг друга как минимум добрым словом. Поэтому мира, добра, уютных вечеров, уж как вы привыкли, для кого-то творческих, кого-то просто семейных, за хорошим фильмом. Вот. Ну и до скорой встречи, всем пока-пока.